Министерство внутренних дел Украины проверит лицензии на ведение охранной деятельности, выданные им 14 коммунальным учреждениям и предприятиям, среди которых в том числе и Одесская муниципальная стража. Как сообщает Радио Свобода, Управление лицензирования Министерства внутренних дел Украины в 2019 году проверит лицензии у 14 коммунальных предприятий и учреждений «Муниципальная стража» на ведение охранной деятельности, о части из которых ранее рассказывали схемы. Это совместный проект Радио Свобода и телеканала UA1, спецрепортажи «Стражи мэров». Как сообщили журналистам в департаменте коммуникации МВД, в следующем году ведомство планово проверит, соблюдают ли лицензионные требования на предоставление услуг охраны коммунальных предприятий в таких населенных пунктах, как Киев, Кременчуг, Днепр, Чернигов, не стало исключением и Одесса с ее мэрской муниципальной стражей. Как сообщают СМИ, все вышеперечисленные коммунальные структуры получили от МВД лицензию, благодаря которой имеют право за деньги охранять физических лиц и объекты. Поэтому именно управление лицензирования этого министерства может проверить, соблюдали ли эти структуры лицензионные требования. Как заявил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, цитирую, «Выдача лицензии упрощенная максимально. Закон обязывает орган лицензирования делать это по очень легкой процедуре и условиям, а вот забирать эти лицензии очень нелегко. Однако, если МВД во время проверок найдет нарушение, по словам Шевченко, предприятие может быть лишено лицензии на охранную деятельность. Добавим, что в программе «Схемы» шла речь о том, как местная власть в регионах Украины, в том числе Одессе, наделяет муниципальную стражу несвойственными ей функциями правоохранительных органов и использует ее в своих собственных или политических целях. Как отмечала СМИ, в частности, в нашем городе такие коммунальные охранники блокируют здание горсовета, не пускают активистов и журналистов, участвуют в силовых столкновениях с местными предпринимателями, проявляя чрезмерную жестокость с использованием спецсредств.